Всем привет! С вами Inform TV. Сергей Нитиевский – российский актер, телеведущий и сценарист. Он является генеральным продюсером IdeaFix Media и бывшим участником команды КВН «Уральские пельмени». В конце 2015 года он исчезает с экрана, а в последних выпусках шоу «Уральских пельменей» место руководителя занимает Сергей Исаев. Коллектив команды удивил поклонников скандалом, который разразился внутри творческого объединения. Получить ответ от самого продюсера, почему он ушел, не удалось, так как Сергей не отвечал на звонки. По словам коллег Сергея, его выгнали за воровство, к распаду команды привел финансовый конфликт. Нитиевский по-прежнему живет в Москве, является владельцем IdeaFix Media и продюсирует сериалы. Личная жизнь Сергея складывалась благополучно. В начале 2000-х у него появилась семья, любимая жена Наталья и дети. Трое – Тимофей, Иван и Мария. Тогда Наталья не работала, занималась домом и детьми. Сергей не любил афишировать семейную жизнь и даже на страничке в Инстаграме семью не показывал. Но в 2015 году Нитиевский изменил свой семейный статус. В июне состоялся его развод. Супруга осталась в Екатеринбурге с детьми, а продюсер отправился в Москву строить новую жизнь. Помимо работы на телевидении, артист выступает на корпоративах. Но еще до развода юморист начал вкладываться в приобретение недвижимости и автомобилей. Именно эти траты, несоизмеримые с заработком коллег по уральским пельменям, которые живут гораздо скромнее своего руководителя, бывшего, кстати, возможно, и натолкнули на мысль об украденных миллионах. По ним КВНщики и предъявили иск продюсеру. Суд состоялся в начале 2018 года. Сергею вменялось незаконное присвоение себе 28 миллионов рублей, которые были заработаны на трансляции выпусков шоу «Уральские пельмени». Но адвокатам Нитиевского удалось убедить судей в законности его действий. Арбитражный суд Екатеринбурга встал на сторону продюсера. Сейчас Сергей поддерживает отношения только с Андреем Рожковым и Юлией Михалковой. Остальные коллеги по «Уральским пельменям» предпочитают не общаться с продюсером из-за затянувшегося конфликта. А вы помните Сергея? Жалеете, что он ушел из уральских пельменей? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!